Если вам скажут, что надо молиться тому Богу или другому, что он только в том месте, не верьте, говорил Иисус, потому что все эти люди между собой славу ищут, а не от единого Бога. Истинные же поклонники будут поклоняться в духе и истине. И Царство Божье внутри вас есть. Бог – это не существо, которое можно увидеть где-то отдельно от себя. Это не отдельное существо. Только углубившись в себя, можно увидеть Бога, познав единство всего сущего, как единую субстанцию, которая растворена во всем сущем. Достигается это путем избавления от разделений, через любовь и единение. Это и есть единый сущий Господь.